сухожарнизма. Надо поменять датчик температуры. Вот такой вот датчик температуры. Датчик располагается внутри. Старый мы сейчас достанем, новый поставим. Тут у нас полярность отмечен плюс, значит, надо его прикрутить точно так же сюда. Все старое можно доставать. Ну, тут был старый. Его вообще оценили. Думали, без него будет работать. Тут должен стоять вот такой термопредохранитель. Здесь он сгорел, надо ставить другой. Этот термопредохранитель у них больное место. Они горят, плавятся постоянно.
Номинатор предохранителя 10 ампер, 260 градусов. Раньше стоял меньше. Двести тридцать градусов. Ну, теперь надо откалибровать датчик температуры. Включили сухожар, прогрели его до 180 градусов. Когда он пошел в режим стерилизации, ну, значит, это говорит о том, что у нас температура по всей камере 180 градусов должна быть. Ну, в это время надо делать калибровку. Значит, как говорится, паспорт надо включить и выключить. Точнее, выключить и включить диск. Сейчас он должен показать температуру. Сто восемьдесят один, у нас 178. То есть чуть-чуть надо подрегулировать. Сзади есть потенциометр маленький. Его сейчас чуть-чуть по часовой стрелке. Включаем.
180 на 177. В другую сторону. Чуть-чуть я сильно много назад открутил. Чуть-чуть вперед. Где-то так. Сто семьдесят пять. Тут на 170. Еще надо чуть-чуть ему дать. Вперед по часовой стрелке. Сто семьдесят два, там у нас 174. Еще чуть-чуть заднюю скорректируем. Вот так вот. Теперь сейчас дождаться, когда он нагреется, и посмотрим. Так, ну вот теперь сухожар набрал температуру повторно, вышел на режим стерилизации. Тут 180, тут у нас 181. Ну, думаю, погрязнет в 1 градус, это нормально. В принципе, можно будет на этом калибровку закончить.